А вы знали о том, что если в пачку масла натыкать чеснок, добавить зелень, перец, кинзу и гвоздику и топить до тех пор, пока масло не станет прозрачным, то у вас получится масло гарлик кхи. На самом деле это неудивительно, и этот продукт часто делали наши бабушки, хотя родом кхи из Индии. Масло кхи является источником полиненасыщенных жиров, необходимых нашему организму для деятельности головного мозга и поддержания иммунитета. Масло кхи также оказывает положительное влияние на работу тонкого кишечника. Такое масло дольше сохраняется при комнатной температуре. Подходит для обжарки продуктов, можно употреблять при аллергии на лактозу, имеет приятный вкус.